Всем привет, продолжаем бродить по миру. Вот город Бремен хочу вам показать. Есть здесь такое отверстие, называется яма Бремена. Ну так говорят среди людей. Это такой люк, в нем находится отверстие. И мы помним, что Бремен же это бременские музыканты, помните? Вот берешь туда монетку, кидаешь. Оба! И появился звук. Будете в Бремен. Обязательно бросьте какую-нибудь монетку. Вот. И будет вам счастье. Одновременно поможете муниципалитету, городу. Раз. Оп. Видите, как интересно. Такую штуку придумали в Бремен. Для того, чтобы деньги туриста как-то просить. Просто просить. Еще что-то играла и пела, и кричала. Бременские музыканты. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Пока-пока.